Привет, меня зовут Даша Кирпич, я видеоблогерка, преподавательница музыки и по совместительству укулеле-инфлюенсерка. И вот уже много лет моя основная работа и хобби напрямую связаны с таким необычным инструментом, как укулеле. И этот мем настолько вышел из-под контроля, что в конечном итоге я выпустила свою интерактивную книгу-самоучитель «Укулеле по шагам». Одно из самых главных преимуществ данной книги – все знания выстроены систематически от простого к сложному, на то и название «Укулеле по шагам». Для меня же было очень важно показать и объяснить, что музыкальная теория — это не так страшно, муторно и сложно, как нам пытались объяснять в музыкальных школах. А укулеле — это точно такой же полноценный музыкальный инструмент, а не как обычно у нас говорят: «О, это что, у тебя балалайка?» Это маленькая детская гитара, да? И как мы могли привыкнуть, что вся музыкально-образовательная литература написана сухим и академическим языком, так вот, это абсолютно не в моем случае. Потому что на протяжении всей, не побоюсь этого слова, энциклопедии, я веду с тобой диалог, рассказываю секреты, советы, даже есть отдельная рубрика «Очумелые ручки», как же в домашних условиях прокачать твой инструмент. Ну и, конечно, без приколов и мемов тоже не обошлось. Ну и так как в начале ролика я упомянул, что это интерактивная книга, ты можешь сканировать QR-код при помощи своего смартфона и смотреть наглядный пример по нужной теме. Как по мне, у этой книги нет абсолютно никаких рамок. Тебе не нужно знать музыкальную грамоту и не нужно иметь музыкальное образование, чтобы что-то у тебя получалось. Ну и также здесь нет возрастных ограничений, потому что вся информация будет понятна для любого возраста. Самое главное — уметь рассматривать картинки. Ну и напоследок скажу, если ты уже много раз пытался научиться играть на укулельке или постоянно приходится искать нужную информацию по крупицам, тогда с нетерпением тебя жду в своей укулеле-команде.